Здравствуйте. Очень красивого цвета, ярко-лимонные кустики. Они довольно мягенькие на ощупь, но просто еще одно великолепное украшение для сада. Здесь они посажены вперемешку, видите, с темно-бурыми кустиками. Буду искать сама на интернете, что это за куст. Давно смотрю, но вот как-то все не собралось подойти поближе. Посмотрите, как эффектно смотрится. Украшает с края дороги участок у соседей. Очень красивый цвет, он сохраняется такой и летом до осени. Надо будет поискать в продаже, потому что смотрится просто великолепно, очень декоративно. На фоне пробуждающейся зелени, цветущих деревьев, конечно, это очень великолепное украшение. У нас все цветет. Немного ветрено. Какие красивые цветы на дереве. Цветущих деревьев у нас очень много. Нарциссы, тюльпаны повылазили, отцвели уже гиацинты. Просто решила пройтись по нашей улице. Ну, в основном так выглядит частный сектор американских домов. Одноэтажные, двухэтажные дома. Небольшой кусок перед домом всегда. Встроенные гаражи. Сегодня пасмурно.